Так, смотрим. Доча, посмотри, может быть, готова? Как ты считаешь? Ну-ка, глянь. Еще немного. Еще немного, да? Я вот так же подумала. Так, ставим газ. Здесь у меня растительное масло. На самом деле, по рецепту, здесь нужно, знаете что? Здесь нужно сливочное масло. Кстати, у нас есть видео с дочкой, где все как полагается. Просто у нас сливочного масла оказалось, что нет. А очень хочется вот этот рис. Он такой сливочный получается. Такой вкусный он должен быть. Но мы, в общем, рискнули с дочей. И решили, что мы просто с подсолнечным маслом будем. Оливкового тоже нет. В общем, вот так вот. Так, видео, что у меня там продолжается? Угу. Сливочное масло должно топиться. Но я в наш чат обязательно отправлю. Готовим вместе, он называется. Рецепт, как мы готовим рис. Я прям даже помню. Последний раз я готовила летом, и это было первый раз. Сейчас, похоже, второй раз. А может и третий. Третий, наверное, сейчас я разготовлю всего лишь вот такой вот рис. Его нужно вот так вот, понимаете, обжарить. Вот он, чтобы так пропитался в масле. И я пропорции прям запомнила. Сегодня прям так неприятно, я так удивилась. О том, что я запомнила пропорции. Обычно я никогда не запоминаю. И особенно я сейчас третий раз всего это делаю. В общем, здесь нужно 400 миллиграмм риса на 600 воды. То есть на 200 миллиграмм больше воды, чем риса. Вот это я хорошо запомнила. Так. Вот так вот нужно все сделать. Сейчас мы посолим. И я приготовлю водичку. О, посмотрим, что получится у нас на подсолнечном масле обычном. Ну, что-то прям так захотелось. Именно вот с лососем захотелось. Вот такой вот рис. Так. Сейчас я пошла за солью, дочь там какими-то своими делами занимается, поэтому я тут сама телефон просто пока отставила. Ой, надо, кстати, проверить, как у меня там рыба, но я ее уже выключила, из духовки я ее выключила, в духовке я ее выключила. Так, и воду нужно. Сок воды. Так, ну-ка, где у меня мерочка воды? Вот вода. Вот так вот. Так. Размешаем соль, перемешаем. Так. Да, я вот после вот этого рецепта обязательно отправлю тот самый, где со сливочным маслом, где все как полагается. Тоже все объясняю, рассказываю. Там было лето, я делала впервые. И, кстати, тогда желание возникло именно тогда создать канал для приготовления, как мы готовим кушать дома.
что мы готовим. Вот, пожалуйста. Это у меня пока видео все находится в телефоне. Телефон я свой чищу, удаляю все лишнее. Поэтому загружу я в телеграм-канал «Готовим вместе». Вот видео, которое как полагается, да, после вот этого. И удалю. А, еще загружу на YouTube канал. Да, еще загружу на YouTube канал. И это видео следующее такое же. Только на масле сливочном. И со спокойной душой удалю. Так, ну все, все в масле. Все пропиталось замечательно, да? Вот, и сейчас я залью водичкой. Так, вот посмотрим, как же у нас получится. А вообще, это такая вкуснота, когда такой, знаете, сливочный, такой сливочный вкус на сливочном масле получается. Просто очень-очень-очень вкусно. Посмотрим, как получится на растительном масле. Так, сейчас вот это размешаю, вот это вот все дело. Так, ну и закрываем крышечкой. Закрываем крышечкой. И сейчас буду смотреть я, как у нас приготовился лосось. Так, здесь у нас рис готовится под крышечкой. А здесь 4 кусочки лосося. Вот так вот получилось.